Я очень рад присутствовать в этом зале, и тем более рад, что мое выступление сегодня, в общем-то, не должно было состояться, потому что мой партнер, гитарист Саша Радовский, к сожалению, он был на съемке, у него съемки на телевидении, поэтому действительно то, что сейчас будет происходить, я не знаю. Я вам искренне говорю от всего моего большого пушистого сердца, что я не знаю, что будет происходить. Единственное, что я успел сделать за эти несколько часов, пока сидел и смотрел за фестивалем, это придумать тему, о которой я вам буду рассказывать. Поэтому у меня есть всего 3 минуты. И мне понадобится ваша помощь. И ваша помощь будет состоять в том, чтобы, пожалуйста, когда мы начнем, засеките время. Я сейчас серьезно говорю. Засеките время, пожалуйста. И когда будет 1,5 минуты, пожалуйста, начните мягко шелестить ладошками, то есть чуть-чуть хлопать, да? Запомнили? 1,5 минуты? Нет, я на вас надеюсь, потому что если вы не похлопаете, моя фантазия может улететь, и я просто на 15 минут могу вас увезти в путешествие далекое, а там еще выступающие. А в 3 минуты, пожалуйста, сделайте вот так, вот так. История о любви, конечно. Засекли? Готовы? Нет, серьезно, 1,5 минуты. Засекаем. Поехали. Ой, да поселилась она в одном из отелей.